Волшебные звуки ситара погружают слушателей в мир индийской музыки. В библиотеке номер один провели очередной квартирник, на этот раз несколько необычный. Музыкант с очень неординарным музыкальным инструментом – это индийский ситар. Все это будет с электроникой. Квартирник у нас называется Бола Баджа. И в гостях у нас Андреас. Андреас занимается музыкой около 20 лет, а индийский инструмент приснился ему во сне. Так он решил освоить ситар. В программе «Авторская музыка», говорит исполнитель. Уникален он тем, что у него есть второй ряд резонирующих струн, которые откликаются посредством извлечения основного ряда струн, то есть два ряда, верхний и нижний. И то есть, когда нота из основного ряда играет, отзывается нота с нижнего ряда, и получается такое вот обертоновое глубокое звучание. Ситар – инструмент с многовековой историей, играть на котором непросто. Андреас сумел создать особую атмосферу и восхитить своим мастерством гостей вечера. Ну а музыкальные квартирники в Одинцовской библиотеке номер один продолжатся, ведь они уже стали доброй традицией. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».